Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре новый инвестиционный проект. Называется АТМ-2024, ну или 2024. Значит, где мы будем работать на инвестициях. Минимальный депозит здесь от $5. Так, ну, так вот он выглядит. Новостной канал, чат, имейл, домашняя страничка, статистика, инвестмент. Это вопрос-ответ, наверное. Значит, здесь что? Работает проект 3 дня. Всего пользователей более 4000. Всего депозитов. Выводы уже, так как 3 дня он работает, естественно, уже есть выводы. И инвестиционные планы. Как я сказала, минимальный депозит от $5. Профит плюс 50%. На выходе 7,50. Работает 3 дня. Далее $10 работает 5 дней. Ну и по нарастающей. Также здесь есть язык. Можно установить, какой вы хотите. Давайте пройдем регистрацию. Я еще даже не регистрировалась. Вообще ничего не делала. Вот. Граты аккаунт. Все делаю в режиме онлайн. Будем смотреть, что это за проект. Напоминаю, это инвестиционный проект. А любые инвестиции в интернет — это всегда риск. Значит, юзернейм, email. Прописываем юзернейм. Так. Email. Так, пароль, повтор пароля, капча, кликаем зарегистрироваться. Поставлю на паузу и как зарегистрируюсь, после продолжу. Кликаем зарегистрироваться. А здесь security пароль. Какая капча поставила. Пардон. 6562. Попала я в аккаунт. И вот здесь наша статистика. Давайте переведем на русский. Посмотрим. Так, счет, инвестиции, финансы, новости, поддержка, настройки. И что нам здесь надо? Так, перейдем в настройки. Здесь ничего такого нет. Так, выбрать платежную систему. И что у нас, значит, Tron, Binance, B20. Так. А видите, номер кошелька или карты, и код безопасности. Но это я потом все это пропишу. Так. Здесь изменить пароль. Так, ладно. Это в настройках нужно будет прописать, да? Ладно. Это поддержка, новости, финансы, ваши рефералы. А, филиалы, финансы, читай. Значит, здесь партнерская программа 8, 4, 2 и 1%. Так. Будут отображаться. И ссылка реферальная. Так, далее что здесь? История рефералов баннера. Инвестиции. Купить сеть, заказать выплату. Почем у нас минималка на вывод?
посмотрим. Заказать выплату. Что у нас здесь? А здесь нет ничего еще. Ну ладно. Инвестиции. Купить сейф. А, заказать, снять средства. Давайте посмотрим вот эту вкладочку. И что? Также. В чем мы будем выводить? Сумму отзывать. Здесь ничего такого нет. Опять купить сейф. Так, последующий инвестиционный план можно приобрести только после закрытия предыдущего. Значит, отрабатывают за $5, открывается сейф за $10. Видим, да? Значит, что у нас здесь? Первый, потом вот этот, видим, что он недоступен. Будет доступен только после окончания предыдущего и далее по нарастающей. Так. Что здесь-то? Выбираем платежку Tron. $43. Надо будет перевести, да? Пишем, прописываем сумму. 40. Инвест. Посмотрим. Угу. Значит, нужно скопировать вот этот 40 трон. Я копирую вот этот адрес. Копируем и перевожу до стронлинка. Send. Вставляю. Проверяем адрес. Прописываю сумму 40 цент. Так. И обожду, когда монеты переведутся, поступит на баланс. Я продолжу видео, так как для пополнения нужно как бы немного времени. Монеты мои поступили. 43x байт. Мы переведем на русский. Оплаченный. Так. Аккаунт. $43. Так, так, так. Теперь что нужно? Нужно запустить. Так. MyKeys. Что здесь? Угу. Они уже в работе. Видите? Я оплатила. Сначала купила, и мой сейф или кейс или что-то, вот он в работе. На выходе 63x профит. Так, также можно что делать? Реинвест. Обратите внимание, вот мой депозит, да. Это уже из заработанных денежных средств.
да, я могу сделать депозит. Но на данном этапе, так как у меня первый кейс куплен, вот, и у меня стоит $5. Можно выводить, или если хотите продолжить, можно реинвестировать. Здесь выбираем, что вот. И сюда сумму, и делать депозит, реинвест. Ну вот как-то так. Кому интересно, пробуйте зарабатывать. Не интересно, друзья, пройдите мимо. Опять же таки напоминаю то, что это инвестиционный проект, а любые инвестиции в интернет — это всегда риск. Ну а мы же увидимся по истечению таймера и проверим на вывод, хотя мой пригласитель уже проверил его на вывод, и он уже прикупил, он отработал у моего пригласителя за $5 депозит, и он зашел на $10 и на $5, как бы, да. Вот, проект платит. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!